Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Позитивный Кэш. Я рассказываю видео о том, как можно найти товар по серийному номеру. То есть, если вы не знаете название или что-то еще, вот, здесь сегодня расскажу вам серийный номер. Значит, по этому серийному номеру это обычный информационный кабель, который подключается к материнской плате и к SSD-диску, ну или к материнской плате и DVD-приводу. Я ссылочку в описании оставлю, вот эти коннекторы, я рассказываю в них более подробно, в этом материнскую плате. Я распаковываю материнскую плату и рассказываю вот по эти провода. Ну, обычный SATA кабель, SATA, который подключает информацию. Вот. Вот, смотрите, можно набрать в интернете, опять же, вот этот серийный номер. Прям я оставлю ссылку в описании, набираете в интернете, и он вам выдает вот эти вот SATA, информационные SATA кабель, который передает информацию от материнской до жесткого диска и от материнской до DVD-привода. Значит, 12SF1-2SAT1B-01R. Все большими латинскими буквами. Возможно, здесь не будет видно, но вот я этот номер, естественно, оставлю. Здесь, вот у меня еще вторая упаковочка, серийный номер, в принципе... Да, серийные номера одинаковые. Я номер оставлю, ссылку в описании. Это обычный шантажный провод. То есть можно по серийному номеру найти данный кабель очень просто и легко. Допустим, если вы запутались, возможно, это видео кому-то поможет, кто в поиске ищет тех или иных переходников или различных вот устройств. Это очень удобно. Итак, с вами был Позитивный Кэш. Оставайтесь со мной, будьте позитивными.